Здравствуйте, мои дорогие друзья и любимые подписчики. Всем-всем привет. Я нашла свою старую тетрадку, в общем-то, моя ностальгия. Это тетрадка, где я записывала всякие заболевания, симптомы и так далее. Это из той серии, которую не погуглишь в интернете, то есть помогала мне в врачебной практике. У меня она не первая тетрадка, но с ностальгией я пролистывала их. И наткнулась на интересный тест, тест Фрейда, который я проводила многим своим друзьям. Хотя я в него не верю, но он интересный. Возможно, здесь нужно поставить вам на паузу, взять листочек бумаги, ручку. И после каждого моего вопроса нажимайте на паузу и записывайте мысли, что вы думаете, как ответ на данный вопрос. Этот тест проходится всего один раз, поэтому если вы сначала прослушаете с ответами моими, потом будете его проходить, уже будет не то, правда. Возможно, люди уже некоторые знают этот тест. Не ждите каких-то особенных результатов, но он правда интересный. И перед тем, как начать проходить тест, самое главное скажу. Вы должны отвечать на вопросы не больше 30-40 секунд. То есть ваши первые впечатления. Если я сказала ощущение, то ощущение. Если слова, то слова и так далее. Итак, первый вопрос. Вы всматриваетесь в море. Закройте глаза. Вокруг вас море. Ваши ощущения. Второй вопрос. Вы идете по лесу и смотрите под ноги. Что вы чувствуете? Третий вопрос. Вы помните то самое море из первого вопроса? Так вот, вы наблюдаете за полетом чаек. Чайки кричат, летают над волнами. Что вы при этом испытываете? Быстрый ответ. Четвертый вопрос. Вы видите прекрасный зеленый луг. На нем пасется табун лошадей. Пишите первое, что приходит в голову при виде этой картинки, не задумываясь. Пятый вопрос. Представим себе Сахару, пустыню. В пустыне ровно посередине стоит стена. Каменная, холодная, бетонная такая, скажем. Кирпичная. В ней есть маленькое отверстие. Подойдя к стене, вы заглядываете в это отверстие и видите за стеной оазис. Напишите, что вы будете делать. Здесь пишите глаголами, именно ваши действия. Шестой вопрос. Все та же пустыня. Вы устали в пустыне, вы целый день где-то бродили и видите где-то вдалеке кувшин с водой. Что вы сделаете? Опять мы пишем действия, а не мысли. Седьмой вопрос. Вы заблудились в лесу. Увидели домик, в котором горит окно. Опять же, нужно написать именно свои действия, что вы будете делать. Восьмой вопрос. Последний. Вы в тумане. Кромешная мгла, туман. Ваши действия, опять, что вы будете делать, как вы себя поведете. Итак, я надеюсь, что вы уже записали, имеете листочек с ответами. А теперь я вам расшифрую то, что об этом всем думает дедушка Фрейд. Итак, результаты. Первое. Помните, это было море, что вы чувствуете, закрывая глаза. Это ваше отношение к жизни, эмоции, ощущения, как, в общем-то, вы чувствуете, собственно, свою жизнь. Второе. Помните, идем в лесу, смотрим под ноги. Это ваше самочувствие в родной семье. Что вы написали? Третье. Полет чаек над волнами. Это ваше отношение к женщинам, как ни странно. Четвертое. Табун лошадей. Это ваше отношение к мужчинам. Вот так вот. Пятый вопрос. Пустыни стена с оазисом. Что вы будете делать? Что вы будете делать? Вы написали конкретное действие. Это ваша основная жизненная стратегия, цель. Это то, как вы решаете свои проблемы. Я знаю, что некоторые хотят обойти стену, то есть обойти проблему. Некоторые идут напролом, взламывают эту стену. Некоторые перелазят через, некоторые пытаются пролезть в маленькое окошко. То есть это именно так, как вы решаете проблемы в своей жизни. Шестое.
Вы уставшие в пустыне, видите кувшин с водой. Что вы делаете? Действие. Это ваша сексуальная избирательность и выбор партнера. Но многие пишут, что обычно бегу к воде там, или что-то, или ползу, или там смотрю, может быть, оазис вокруг. То есть даже если вы устали и видите кувшин с водой, некоторые ищут оазис. То есть это не единственный партнер. Вот так тоже бывает. Седьмое. Вы заблудились в лесу, увидели дом, в котором окно. Тоже действие. Это ваша готовность к женитьбе или замужеству. Некоторые со страхом, в общем-то, стучатся в дверь. Некоторые, в общем, хотят сразу войти в этот домик и посидеть там в уюте у камина. То есть, понимаете, действия. Восьмой вопрос. Вы в тумане. Ваши действия. Это ваше отношение к смерти. То есть, как вы ведете себя в неизвестности в том самом? Я очень надеюсь, что вы немножко поняли кое-что о себе любимом, ваши отношения к жизни, к женщинам, к мужчинам, к семье и так далее. Может быть, дедушка Фрейд и прав, может и не прав, но во всяком случае, я надеюсь, что это вас развлекло. На этом все, друзья мои. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик для уведомлений на новые видео. И если я буду натыкаться на такие интересные, забавные штучки, я непременно с вами ими буду делиться. На этом все. Всем любви, добра и счастья. И пока-пока.